Алло. Куча забытых И знаний вот этого находится на гнома нет. расстоянии вытянутой руки. А, уже запустили. Ну что ж, выдвигаемся. По машинам. Будем держать связь по радио. По радио. Где машина? О, появились. Садитесь в разрушители. Я, короче, в байк сяду. Стой наоборот, я в байк. Вот сюда водитель кто-то, садитесь, кто стреляет. Вот, везите меня. Все, поехали. Две осадки берите, садитесь. По два человека. Еще осадка, вижу одну. Водила, ко мне кто-нибудь сядет? Так, а че так не убьем, что ли? Не знаю, едь. Кто там волшебный? Едь, не стой. Поехали. Едем по краю. Маяки разбиваем. Садитесь в осадку. Он кружок. Ладно, один поеду. Кружок сели, поехали. Да нет у меня никого. Разбивайте меня. Железные порфы появляются из бункеров по основании колонн неба перед нами. Уничтожьте бункеры, и враг не вынужден отступить. Поехали. Крутись, не надо никуда крутиться, ехали вперед, едьте, вон за ромбиком едьте. Которые мобы перед нами, которые агрятся, надо убивать. Убивайте быстрее. Если уничтожите, ракетная атака будет остановлена. Все, поехали. Не объедете вы здесь, объезжай слева. Вот 10 мобов убили. Поехали. Не страшно, что вы парочку этих сагрили, главное в маяки не стреляйте, которые далеко. Ты мне свои дамажут? Да. Паса. Да починишься, не все. Можно без ремонта. Бой там идет, да?
Суманите, если есть кем. Тыкайте в портал, кто на мотоциклу. Мотоциклы. Ну, два человека. О, сволочь. Волшебно вылези. Ну, там паладинов много. Сумоньте Этернит. Прости тут? Да, тут. Сумоньте прости. Так, прости, ты стакать умеешь, колчедан? Да. Давай, ты, наверное, постакаешь. Волшебно пересаживайся на второе место. Прости, трусы. Кто еще стакать умеет? Войт, слышишь? Что? Давай, может, я на зайду шманом похилю. Просто 4 паладина до хера. Как а ты этот... чё, нормально? Да... Не знаю. Мне это а на нейроны всё. А? В осадке что делать? Водителям. Водителям нажимать электрошок, ну, чаржится к боссу, когда он кастует огонь. И нажимать двойку, это электрошок, он забивает каст. Все, поехали, моба вместе. Два мультика немного, одного хватило бы. Один вообще, блин, здесь... пушки никого нет, в осадке что? А что в этой треугольнике кто сидит? Костя, у тебя водитель есть? О, этот второй. Да, есть. Волшеб. Он ромбики нету у этого. Никого. Сейчас я 50. Сядь на второе место. Выкинь меня, это слышишь? На колбок. Как ты высадишь? А как? Сейчас. А я не могу. Слезь тогда сам. В ромбике ты, Филипец, пересаживайся. На второе? Да. Пересел. Все, мобов, поехали бить, разрушители. Звездочка, триусы. Поехали сюда. А вот тут на тройку чардж, на двойку, на первый таран, на вторую этот разбить раз. Бьем вот этого большого. Бейте, стреляйте. Рамп. Сюда нас сбивайте пока. Вешается метка, уезжаем от него. Вот он. Стреляйте, ты такая. Запросите, едет. Все нормально. Вид заду. Начнет кастовать, ромбик первый каз сбивает. Что-то вторая осадка, какая метка. А, тут это мало. Вот я сбил. А что он стоит, кстати? Подбирай колчедан, волшебно. Его сбиваем. Весь раз прокастовал этот термин. Ну что у тебя такое? Там много бич? Ну я, блядь, уезжал. Все, пошли на разрушителя сразу. Какая дринка кросса. На посланник. Ты говорили раньше на мультика, она какая-то была типа офигенная. Да, нет,
Ты какой-то курик. Наш отец курит. Где-то там футбол снова. Поехали быстро, разрушитель. Так, тут, наверное, в одного танка можно, да? Интернити и Редвик есть? Нет. Ну, кто есть? Хулипал ПВПшный. Animal Jazz кто есть? Ладно, будет пропал. Редрик. Сейчас в Редрике, да? Нет. Аспекет. Аспекет. Ком ты был? В танке. Все, иди Редриком. Анорексия Редрик, волшебно. Волшебно, давай хулипалом будешь. Лепец, заходи. Алексей, подбегай сюда. Едьте сюда все. Коломоид, заходи сюда. Сейчас. Так, на минутку отойду. Ура, две извечные земли. Прикольно. Ничего себе он раз... А чё он бегает так? Так и должно быть? Нет. Алексей, едь сюда. Филипец, едь сюда. Что-то на мне агро какое-то странное. Почему? Зачем? Тоже. Алексей, едь сюда. Там портал же есть. Что делаем, короче, это падает сердце, убиваем его, делаем фэм. С темной меткой выбегаем, больше мобов, короче, бьем. Получается, что он тебе трешак, тот, если типа его слить, то будут появляться мобы со всех куч. А если не сливать, то типа с двух только будут появляться. Значит, это Эпернити каски даешь там. Не молджаз кулаки, всем волшебных. Все, на Алексея сейчас подъезжает, ее забавайте и начнем. Дайте ей фулл баф, рейборн, дайте пистобаф и бабку, все есть. Филипец, дай ей точно пистобаф. Вот, чикну. Надо кого убить? Начинаем, босса надо бить. Сердце выходит. Его надо слить сильно. Гер давать. Вот сильно в сердце играет. Быстро-быстро слили, бусты дать. Справа-слева трэш. Добили, переключили. Трэш. Трэш, бьем под босса, заводи милики, а уешь. Вот так, полобота, бейте, он отхилит босса. Бейте мелкий. Били? Бьем босса. Давай, бьем. Скру жизни бьем.
прожизни Мелизона убили. Если кому не надо, можете мне отдавать, я буду продавать вендору. Ставь круг. Короче, что-то надо будет, скажете. Все, сейчас ремонтник такой моб, если он стан дает. Его первым снимает. Точно. Да, у него нет. Все его блин. Дайте станы. Можно сам давать, чтобы вот этого каста не было, паладин жизни. Попал, попал. Чтобы одного. Потом за драконом вернемся. Кем драконом? Ну, эту, которую опустить надо. Да. Ни у кого не подлагивает. Ой, объем там начивки нужны. Я какой-то квест выполняю, фиг его знает. Стойте, далеко не бегите. Не достаю. Слишком далеко. Вот этот квест у меня висит. Я как раз оба раза убить то, что я исключаю. Ремонтник объем. Одного бейте, кого я бью. А, шмотка буэшная. Бойт. Шмотка буэшная.
в большом бежит. Я думаю, боешь, на шмотки не падают. Собрание там Малгейма оставим. Под Малгейма, он когда третий будет, последний, надо будет дать в руну вот эту фиолетовую, которая на полу. Надо в него улетать. А в умову все сбить. Запас. Стол. И огненный лист. Тогда нас смогут получить. Я пока не могу прочитать это заклинание. Тут. Это его последним убить надо, да? Этернити тут. Куда он постоянно уходит? Он писал что-то, не? Да не. Да не пишу. Давай, беги к нам быстрее. Держишь большого, среднего. Потом я у тебя большого заберу. Бьем большого, потом будем среднего добивать последним. Паладины, если на вас эта херня бежит, бабл нажимаете. На кого бежит этот Элим, когда он вызовет фиолетовую руну на полу, нужно будет от этого человека отбежать на 30 метров, чтобы вас не ударило. Ты тут уже, да? Чекну. Сначала убиваем мелкого, потом большого, потом среднего. Все, начинаем. Что бы вы ни были, но вы были великие герои. Мы всего лишь... Следующий я собью. Надеюсь. Не, не знаю даже. Убежал. Там, когда последнего будем убивать, скажу первый. Ладно. Забрал большого, бьем большого. Синий круг РДД встанет. Сейчас же лужа должна быть зеленая, да? В принципе, нормально. Вот скоро лужа должна быть. И синий другой круг идите. Вот, выбежит, выбежит. Не стой в зеленый лужик, паладин, кто там? Давай, Этернити танкуй. Дай на Этернити СС. Добили большого. Добили. Мое поражение лишь приблизит вашу погибель. Вот. Рост нужен? Да, рост, если у вас откатилось. Давайте рост. Добьете его. Добивайте сильно, пока руна есть. Будет еще зеленая. После щита, вроде не помню. И фиолетовый, вот когда призовет, в нее АВЕ просто дайте, не отбегите. Вот она, руна призыва, от нее отбегите. Дайте в нее АОЕ. А, все, добили. Все уже. Что, получилось ничего, нет? По две. Угу.
Мы оглушены, я выбираю тебя. Значит, косты все сбили. А где лут? Он из мелкого, наверное. Надо кому? Вы что скажете? Пошли к лагарну. Да, давайте обезоружим из руки. Че, это руки слить, да? Там знаешь, как надо. Сначала сливаем две руки, потом играем в босса, чтобы у него было меньше 30%, но больше 15%. И потом сливаем опять. А потом обе руки одновременно бьем и сливаем их. И тогда он умирает. Ты, пожалуйста, столик. А, есть мой. Флягу это надо было на прошлом совете. В совете надо было? Да. Сука. Я сделал себе. Как так проебался? На этом совете, который мы только что убили? Да. Точно, блин. Ой, ты тут. Кстати, Калагарна нету. Слышь? Калагарна-то нету, или он появится? А, всё. Смотрите, так сейчас что делаем? Мы играем в руки, вот, потом сносим тело до 30%. Ждем руки и потом сливаем их одновременно. Да, отлично, я начну первый. Значит, все сейчас звездочку играют, это правая рука, она слева находится, поставил метку звездочку, чтобы вы поняли. На счет 3 начинаем, 1, 2, и побежали. А звездопад можем? Давай. Ой, а что ты так? У тебя был ревность, нет? Кружок бейте. Так, скажу, когда стопнуть по боссу. Пока босса всекайте. Подвижьте. Меньше 30, но больше 15 должно быть. Короче, боты доедят. Как появится рука слева, правая рука, которая звездочка была. Все, стопайте. Не бить, не бить. Стопайте по боссу. Рука, смотрим, рука слева, правая будет. На ней была звездочка. Вот, бейте ее, бейте ее. Только не убивайте, не убивайте их. Отдавал бы за, нет? Стой, их одновременно надо слить. Не убейте ее. Все, ту не бейте, теперь другую подбивайте, браво. Пока держу. Правую подбивайте. Которая левая. Свечнитесь, кто-то я звездам. И ту, и другую бейте. И другую. Получилось? Все, красота. Да. ГЦ. Есть почта у кого-то? Ставишь сейчас там ГБТ? Я почту ставил 5 минут назад. Ой, дай палец. Сейчас. Дракона за него дают, да? Спасибо. Сейчас, короче, мобов убьем. Спускайтесь вниз, заведем в закуток вот в этот. Справа, где вот эта урна стоит. От мобов надо отвернуть.
Лицом у них не стойте. Дети одного. Что за кольцо? Сюда, за них. Другого, у кого больше хп, бейте. Другого свич. Босс идет, босс идет. Босс идет, сейчас бить босса. Все, пошли бить босса. А, нет. Подожди, два подожди. Мертвых держат. Интересно здесь. Пока еще трэш приведу. Там все равно спускаться потом. Нужно подойти поближе. Слишком дым. Бой, отдай его. Сука, тяни. Спел. Давай, не бей, мамбу. Только одновременно надо нахуй, старулюк. Вот сюда идет, осторожно. И чтоб кошки не дошли. Рейд зачем повернул? Резать. Он же перед мордой дает молнии вот эти, кастует. У меня уедет перед мордой. Резайтесь, пошли, сейчас босс туда придет. Короче, две кошки убиваем, которые с ней ходят. Потом босса бьет. Косты сбивать будет кто? Так, шаман, тотем антифира у тебя работает? Мы будем надеяться, что мы зерганим. Да. Рыба джипс в одном месте. Рыба джипс вместе, да, в одном месте. Да. Подошли сюда, кинул тебя в пати свою. Филипец, дай сейчас антифир на меня, у меня еще есть раз. Блять, у меня, кстати, власть была где-то. Я думаю, что лук такой, блядь. Все, ты готовил, даю горн, чек на пул. Тебя антифир? Да, быстрее. Все, этернити кошек, все бьем кошек. Он внизу стоит, мы здесь, все звездочки. Все в танке стоят. Никто за спиной босса никогда не стоит, алло. Убейте. Это кош, по кошкам не могу достать. Доставай. Добили кошку другую. Все, у ДД босса, перед мордой босса встали все. Давай, босс. Давай, дед. Так, ну я два коста точно собрал. Сейчас, в принципе, ну. Так, один сбил. Сейчас АУЕ под босса даем, АУЕ даем. Все, сейчас на сугроб будем наступать. Так, что это падает? Все, пошли фастом. На сугроб будем наступаем. Король поясок, он не персонаж. Да. Наступаем на пояс. Ой, на сугроб. Не, давай. У меня кольцо. Там много растет. Кольцо просил, я, да, кольцо, да? Прости, отдал. Я кольцо прости отдал, мне пароль, честно. Не, оно тоже не персонально.
Я не знаю. Я как бы на почивку. На посланника 226, если в 19-м пути можно дойти себе водить алкоголь. Мы уже нас подходили. Хоть что-то. Ну там несколько еще хоть что-то так соберут, и потом еще зелье не салука купят, и не зачарятся, и пиздец будет. Да нет, там же за завоевание нужно, если что не хватает, купить просто колец реально нет. Ну да. А это хоть какое-то. Ну там видишь, десятка ГМ и 25-ка обычные режимы. Все кольца там по сути нужны. Кольца. Смотрите, кольца, значит, с уголона 10 кер, ну, в десятке с уголона, потом 25-ки с этого с Игниса, потом с этого чувака, как его, Хадира, вот. Потом кольцо до варания продается. Ну, это если типа 5к потратить, еще 2к на его апгрейд. Кольцо Макси еще с ласта падает в 25-ки. Нет, там тоже 226. Ушли этого тупоря зергаем. Блин, ДД есть у тебя какой-то? ДД шмот одень? Кто-то на термин. ДД шмот одень? Ты дамаж. О, наступили на двоих. Наступили, танкуй. Идите сюда, не стойте там. Чё вы там делаете? Кого эти бьют быстренько? Еще вызывают, нахера? Бегите сюда уже к боссу, мы не трэш бить пришли сюда. Тут, короче, такая тема. Все знают, там большие метки падают, от них отходите, только не на 300 километров, на 5 метров. Когда упадет сугроб сверху, надо будет забежать на этот белый сугроб. Чекну. Белые глыбы сначала надо разбить, после каждой заморозки надо их разбивать. В одного Эршаму захилишь тут? Да, да. Волшебно в редке подавай. Шмотки. Шмотки, шмотки. Да, нас мной обузило. Все, начинаем. Сейчас склеп ПС, вот этих бейте. Постоянно бегаем туда-сюда или прыгаем. Вместе никогда не стоим. Если взрыв, говорите, вот как мы это замечу. Тучу всех, тучу дамаг повышаем. Куда ты убежал? Толпы во все забегает тучка. Вон столб света забегает. Кира есть. Не надо у нас куда. Вышли с большого круга, вышли, как звезда стоим, как звезда стоим. А теперь забежали, быстро забежали. Вспышки задамажить. Вспышки задамажит, вот эти склепы задамажит. Не вижу дамага. У меня скорость. Еще один быстрый убийство. Беги, малышка! Вышли с больших кругов. Стоим недалеко. Подошли быстрее. Ну откидывает тебя, почему? Чё? Ты танчишь. Добивайте этого пауковый этого босса.
спел, давайте поскорее, ну. Дуки летайте справа лутаем. Ой, ты что топор, блядь. Пошли, надо кому-то токен это. Нахрен надо. Вон отдай пал. Кидайте ров. Топор тут нужен, не? Давайте мобов. Он крутой на арм с этой меткости арм вообще. Нет, не идет. В случае, кроме Кальдивара, есть еще лучше шмот. Тут хрем делает. Как это будет можно делать и хрем, я бы... Тут режимы. В зависимости от того, как ты босса убиваешь, проходит героический режим. Я будто почти не хожу, то я не знаю. Остаются Ретрик, Анорексия, Немалджаз, Ретрик, Протопал остаешься. Полипал с вами остается сейчас. И не знаю, кто еще. Ой, Филипец. Куда мне? В комнату? Да. Нет, не в комнату. Вот тут на арене остаешься. В комнату идет первая группа. Быстро проходим и спрыгиваем. Выпускаем босса, ну как трэш там будет, все бьем трэш, волшебного хулипали. Значит, паладины, не допустите смерти волшебных. Бейте трэш. Все, можно стартовать. Последний мужик солнце. Остальные на арене остались в центре. Что на арене делать? На арене бить могу. Посередине. Только не бабаешь мне. Погодите, вы? Только мою цель бьет. Ты пристай, да? Лево.
Не стесняйтесь бабл прожимать. В ретрике. Полипал тоже. Не будете ничего. У вас 4 стана на арене, никто не падает. А что тут как-то надо бегать или что? Где? О, на боссе. Да, за спину. Ну, блин, жесты. Сейчас добиваем этого дурака. Сейчас побежим, спрыгивает. Там где вы дадим на боссе и задергаем. Сейчас все бегите, спрыгивайте, кроме меня. Я последний спрыгну. Когда спрыгнете, помогайте трэш сразу бить сильно. Волшебно не лови сало. Время костов, не умирайте. Тучку отдашь, если что, прибежит на тебя мобы. Спрыгивайте вниз. Все, мобов нету. Есть, вот этих добейте. Убейте. Все, запустил. Давай, гейм. На рейнджер ДДР зашлись, ушли с центра. Ушли с центра, на рейндж быстро. 15 метров пойти. Терминки заберешь, когда будет удар. Вот он, забирай, забирай. Отошли от мобов. Давайте сильно после, сильно после. Бабу не стесняемся прожимать. Разложение рук. Давай, давай, давай. Выпилим рейд, выпилим рейд. Чешки отдавай. Там молнии, от них отойди. Забрал. Даже бессмертие сделали. Так, конечно, блин, сколько, 10 паладинов, конечно, блин, все тут бессмертие делается. Триня, смотрите, топовая. Блин. Ебать. Нам нужна кому-то вообще? А что за пещатория? Начать ты квест, наверное. Квест. Пройди дальше, пожалуйста. Рольте дальше, Фрея. Рольте фастом. Ма, будем три раза постучать по дереву? Чё это такое? Ну, без этих... Зерк. Да-да-да, зерк. Да, мы как раз зерк, наверное, сделаем. У нас зерк не получится, потому что у нас среза хила нормального нет. А, печаль. Пароль, пожалуйста, перчатки, слышишь? Роль теперь не с духом. Они не персональны. Да? Блять, так я бы их продал, наверное, лучше, да? Идите. Вот сотка, давайте, давай мне сюда. Потом обмен кинешь. Идите на Фрею, пока не агрите трэша, много сейчас за два кинки запущу. Повелитель Горгонат! Даруй мне силу! Надели моих смертных союзников мощью грома! Торим вроде как добивает стражи, которого до процента добили. И это хорошо. На второй фазе. Хадир? Что Хадир делает? Не помню. Там трое, по-моему, просто дают бафы на атаку. И на хп 10%. Хадир еще вроде как ресает, одного от смерти спасает. Надо будет сделать 9 стражей сейчас на йоге. Со всеми хранителями. Потом, если что, упасть и быстро убийство нужно будет сделать. Там кошмары, кому надо попасть. Есть танк, если что. Угу. Ну, в смысле, у меня есть.
Так, что в итоге надо будет бить трэш, да? Вуди, прости, бегите сюда. Нужно подойти поближе. Надо подождать. Все, сейчас будет, вот еще справа убьем, дурак. Не достаю, слишком далеко. Будет трэш трех видов. Я пока не могу. Большое дерево. Значит, надо встать под дерево. И великом, и танком, и ДД всем. Куча маленьких цветочек. Надо убивать по одному под звезду. Или отходить, я не помню радиус. И отходите, и убивать по одному, короче. Одновременно их не забывают. И три моба. Их надо убить, наоборот, одновременно. Три моба больших элементали. Термики танкуют трэш. Маленькие не танкуются, если что. Не повонтятся. Большой танкует тоже термики. К боссу подведешь и будете дамажить. Косты сбиваете. Косты, ну я подбиваю там. Все, чекну. Еще зеленая ветка будет появляться, и надо будет убить. И щитом прямо убивать. Пока не бейте, бьем. Бьем по одному, бьем по одному. По одному бейте, их уже мобов нет. По одному, взрывайте. По одному. Выбрали, убили. Захил. Захил нам стоп. Зеленую ветку. Одновременно их много не убивайте, давай захилиться перед ним. Давай убьем деревья сначала, потом нормально убьем босса. У нас срез хила 30%, а не 50%. Ну давайте падаем. Срез хила клевый у нас. Помогите мне, дети мои! Че, все деревья будем бивать? Спиной к мобам встаньте. Спиной к мобам и в одну точку сбегитесь. Да, сейчас деревья пробежимся, убьем. Там сразу портал в оранжерею. Оранжерею жизни. А тут босса бить не надо вначале. Нам все равно пачки надо сносить, чтобы ей стаки снести. Там три пачки, наверное. И снимайте же, пожалуйста, трэш с меня. А то меня сейчас эти цветочки били. Цветочки не таунтятся. А? Пока они появились, вы почему-то били босса, который отхиливается, на 100% стоит. Надо по одному было цветочка уже два убить. Ну да, бьют тебя, потому что ты хилишь рейд. Жире жизни предпоследний портал. Частицу на Ршама дай. И меня хили. Или частицу на меня и хили Ршама. Лучше так. Вот. Ршам там. Как эти маленькие будут там. Посмотри, что взрывы типа пошли. Чешку смело отдавай. Так, пошли этих древних бить, все тут, пошли за звездой бить древний. Вот он один, дурачок, вот его надо убить.
Иди сюда. Кас убивает. Сейчас убьет. А кто знает, что такое Элнар вообще? Беги! Врывайся, Эпернет. Они беспощадны. Эпернет. Смертей давай. Какая-то глыба меня заморозит. За тобой. Не знаю, как разморозиться, что делать. Так. Какие-то кристаллы зеленые. Осторожно, боссы, не сагрите. Поехали на темную поляну. Сейчас там древнюю убьем. Мобов не трогайте лишних. Вот вот этого можно убить. Госпожа, враг прорвался в оружие. Убегайте из этих ключей. Осторожно к госпоже перейдем. Не прямо она стоит, чё? Королевишня. Королевишня. Через речку перепрыгиваем. Вот, чек на пол. Все, мана есть у вас? Че так мало хп стало? Все, мана слабая стала. Давайте эту дуру бьем. Обычный режим просто сейчас. Смотрите, вот вы ее бьете, да, на 100% фильм. Сдохните победа, убейте ее. Ждем моба. Вот. В грибы. Интернете большого танчит, все большого бьют. Босса не надо бить, не дамажьте. Почему вы босса бьете? Сука. Вот как объяснить? Видите, блять, большое дерево. Она отхиливается на 100%. Не надо ее бить. И сейчас тоже не надо. Стойте под грибами. Просто стойте под грибами. Идем при шаг. Выйдет
Одна припачка, это нормально. И команда резает. Вот, их надо одновременно слить. Их надо слить одновременно. Одновременно бьем. Даже не пытайтесь ничего повторять сейчас. Еще пачка или две надо. Ну, видишь, эффективность получаемого лечения 760%. Хилится. Тут нафиг падает. Да. По одному. Уже бейте этих петухов. Только по одному. Не массы. Кто окнус? Терниц. Вылетятся, если нет. Восприимчивость. По одному их бейте, захиливай рейд. Цепнюхай нон-стоп. Давай, нон-стоп. Вот. Бей. А у кого одни? Да. Все. Дары убили, вот эта метка тебя хилит. Можно убивать уж. Давай еще пачку подожди. Не знаю, на Мингрон нам нужно будет, раз нет. Давай, посетим сейчас стоим. Портал на него открывается сам, да? Сейчас еще пачка и берем босса. Вот одновременно мобов. Одновременно мастуха берем. Петочник больше. Петочник снизится. Ну как без бурстов. Да просто не все бьют, понимаешь, там стоит полный игрок. Бей босса, Редвик. Ну давайте, бейте босса тогда. Отрежьте. Всекаем босса. Это короткий дает. Защитите оранжерею! Мой взор... Ларри Роллин. Снова ясен. Благодарю вас, герой. Что выпали? Ты штука прикольная. Он без смерти делает. Роль герой. Посох надо. Это не Хэм был, слышишь, просто это не Хэм был. Поэтому нету печати. Чего висит? А на чё комбат? Не знаю. Ну а шепну, как где это делаем? Да с ним. Ага. Давай обмен. Портуемся. Искра воображения. Вы можете портоваться? Бой. Нет, бой висит. Пойду от мобов сдохну. Пошли тогда мобов убьем. Не, я пойду сейчас убью здесь. А кого? Кто? Ты знаешь, кто сагрился? Нет, но я так скину себе бой. Тогда у кого бой, идите и умрите от мобов. Залетите в инс, портуйтесь, искра воображения. Прием. У кого бой, стоим. Идите, умрите от мобов. У кого нет боя, портуйтесь.
Искра воображения. Последний портал. Умерли, заходите в инст и спускайтесь вниз. Искра воображения. Предпоследний портал. Так, кто еще не тут? Блин, опять чтобы повесился. Так, где? Ты что, умер? Не, не умер. Под бимироном стоит. Ну все, стой нормально. Нет, все пропал. Буди, давай шкаф сумонем быстрее. Сходите в инст, сейчас я полбокса сумоним. Тыкайте на шкаф. Прием. Стык на сумон. Так, а полбокс сейчас коломойца сумоньте. Все, значит, красную кнопку никто не трогает, она прям запускает. Все, чек на пол. Все, тут расскажу по ходу боя. Медикам скажу, когда выбегать. Отбежать надо будет на 15 метров, убегите на 20, так на всякий случай. 300 баф считайте. Геру на последнюю оставим. Мариксия тут, Немолджаз тут. Кого из вас нет? Немолджаз. Прием. Не умирайте никто, делается ачива без смертей. Animal Jazz. Негодяй. А, подожди, пристабав, точно. Принимай готовность, что ты встал? Блять, вообще. Короче, все, начинаем. У нас мало времени, друзья. Милики фул ДД сейчас. Появятся мины вокруг. Приготовьтесь отбегать и отбегать в сторону леи. Милики встали в звезду, милики в звезду. Надо. По минам только не бегите. Беги, малышка, беги! Жаль, вкус. Ё-моё. Добили этого дурака. Падает кто. Полученный урон. На Алексея по минам бегаю, зайка. Смотри под ноги. Смотрите, она крутится. Сейчас надо будет сильно бить этого босса, подошли ближе. РДД, стойте вот. Вот на таком расстоянии, вот тут вот. Кружок не забегайте, там дается замедление коста, и вы потеряете свой дамаг. Милики все в звезду встали. Милики все встали в милизону. Сильно дамажить приготовились, бусти отдаем. Надо убить до обстрела. Дамаж сильно влёк. Когда скажу, РКД в звезду победит. Будет обстрел, как на гниломорде, бумзас будет убить. Скорее всего, передамаж. Вышел, кто там? Ну, холипал. Миллион урона. Смотрите под ноги. Красная метка, большая, величиной, блядь, с ЦЛК. Фух, добыча каждый за себя. РДД голову бьем. Милики больших мобов и маленьких всех. РДД тоже идут. Расстояние держать? Кого? Расстояние. Не надо никакого расстояния. Бейте голову сильно. Миллион быстрее сносит. То, что туда. Ветрики, экзорцизм кастуйте. Чё вы стоите просто так? Вот, задамажили. Сейчас тут мобы появятся. Ну, даже и там смог. Большого. Влились. Скажу, когда где.
Все, добили мелкого. Добили мелкого. Подбегайте все близко к боссу. Первый будет обстрел. Приготовились. Милики, вы можете бить все части одновременно. Все бьют. Все бьют все вообще. Прям без остановки. Давай, Гер. Бури даем, фул захил рейда. Тело сильнее, низ сильнее, голову сохранить. Все, ты доживу. Тело и низ. Боссу подбежали, звезду. Звезду подбежали, будет обстрел. Убейте, сука. Вот, убейте низ. Сейчас этот, кто он? Изи. Как он называется? Давайте не фобию попробуем. А ее не надо пробовать, вы ее сделаете. Не фобия делается очень просто. 4 РДД. Идут на рейндж. У вас как раз маг, сова. Блок и ШП. Будете стоять в одной кучке, чтобы темная херня ловить дамаг. Повышение дамага. Портуемся в валившейся галерее и налево. Терните пока танчи трэш. Я запущу еще двух хранителей. Там сдохнешь, где Мимиро. Запалили, бил ФК, я кофе сходить не могу сделать.